Приветствую всех на своем канале. Сегодня я еще раз решил поиграть в полигон, поснимать видео. Посмотрим, что с этого получится. И как это получится. Карта, конечно, на мой взгляд, это одна из самых таких нудных карта, ну не скажу, что она прям плохая, но она такая прям вот вообще не очень, как по мне. То есть тупо какой-то метрополитен, тупо одна точка по центру, все на нее рвутся, никакого там никаких особо тактических решений, еще каких-то действий ситуаций. Просто бежишь ты, и бегут за тебя. Ох, ты хорошо вышел. И второй тоже хорошо вышел. И надо было заходить, конечно. Прицел. Стрельба от бедра тут, конечно, возможно, но в любом случае желательно этого избегать. Как видите, все равно точность оставляет желать лучшего. Ну, тем более, это с калаша. Я приобрел уже следующий автомат, тоже калаш, 12-й. Но еще на него не перехожу, просто хочу добить до топа вот эту модель. Мне все-таки как-то интересно, если оружие будет в топе, то будет ли это ну, хорошим подспорьем. Или все-таки игра в любом случае построена на то, что у тебя в любом случае должен быть топовый автомат, чтобы что-то получалось. Ну как, не то, что что-то получалось. Конечно, фраги-то я и так делаю, то есть игра играется. Но, опять же, обращал внимание, что вот у ребят, которые, допустим, бегают с более продвинутыми, так сказать, винтовками. Типа вот особенно сейчас вот смотрю, встречаются ребята, у которых G36. И, как правило, 90% случаев они убивают меня. То есть там либо урон больше, скорострельность там больше, еще какие-то, возможно, показатели больше, лучше. Так что будем, конечно, постепенно расти по моделям вооружений. Ну, лично мне хочется смотреть все оружие в топе. Такая чистая карта, вот засадная. Вот, занял какую-то позицию, закрысился. Сидишь, просто ждешь. Чуть-чуть продвинулся, опять нашел позицию. И опять ждешь. Вот по-любому сейчас за дверью кто-нибудь там уже, наверное, сидит или стоит. Просто он не в курсе, что я здесь.
Сейчас начну, наверное, пулять, ну, естественно, спалюсь, трассер. Эх, второго-то не забрал. Хотя шанс-то был. Ни хрена себе прострельчики. Прям как будто на пулеметчика бежишь, а просто все летит. Там может двое стреляют одновременно. Гребаный косяк. Вот, как говорится, никогда не прижимайся слишком близко к стенкам. А оружие начинает тупить и не понимать, входить в режим прицеливания или нет. Отлично. Займем туалет. И лучше места нет. Ну и правда хорошее место. Из туалета шмалять. Ну, карта быстро закончилась. И то хорошо, а то, честно говоря, на этой карте играть, ну, меньше удовольствия не доставляет. Надеюсь, сейчас выйдем, найдем карту какую-нибудь другую. Просто хотя бы другую. Ничего не понял, заставка была же другая. Почему опять эта карта? Видимо, я сегодня проклят отыграть эту карту от начала до конца. Сейчас побегут крысы отсюда. Есть. Блин, не обратил внимания, что здесь какой-то закуток.
Ну, с нашей стороны это просто дверь закрыта. Да нихера. Да, чувак там до сих пор сидит. Ну как он там что-то видит? Я-то за этих кустов ничего не вижу. Да ну нах. Ничего не пойму, как он видит. Я даже не вижу ни хрена вообще-то. Не туда. Ну, в принципе, сейчас вроде как, может, и мы затащим базу ихнюю, мы вроде как держим. Заблокировали, можно сказать. Только что никого не было. Нахрен ты пришел?
Ну, точку-то мы вроде держим, вроде все нормально. Ну, конечно, базу они свою маленько расчистили. Правильно, смотри, смотри. Отлично, я его поймал на гранату. Любопытство убивает. А, дабл килл. Был дабл килл. Хорошо они стояли, красавчики. Нифига себе, к нам идут. Заднюю дали, ушли. Сыти, когда страшно. Или зачистили их сзади, что ли? Непонятно. Ну ладно. Ну точку мы прям держим. Пока уверенно. Прям вообще. У них все даже вообще по нулям. О, ни хрена, какие вспышки. Прям напротив ствола сидеть. Стоять вообще дико. Так и ослепнуть можно. Еще было бы неплохо, если бы можно было бы выбирать какие-то режимы игры, то каждый раз играть по 800 очков карту. Допустим, мне бы периодически хотелось какие-то играть короткие карты на 500 очков, скажем, на 400 там, вот, наполовину, в общем. Вот крыс до сих пор там стоит. Вот. Мне кажется, это было бы, не то, что главное разнообразие режимов, а ну просто кто-то не хочет столько долго мучиться, тем более, когда команды достаточно равны по силам и точка туда-сюда переходит, каждая команда набирает очки практически на одном уровне. То это вообще затягивается, это считает по 1000, уже там по 1000 с лишним очков будет выходить на обе команды так-то. Пока катка закончится. Ну, здесь всего 200 очков. Я просто, может, давненько в нее не играл, потому что я, когда я ее только поставил, там игра вся была только на 800 очков. Здесь вот на 200 закончилось. То есть какие-то быстрые бои все-таки, видимо, ввели. Ну, тогда, как говорится, извиняюсь. Я просто этот момент еще не знал, что такую систему все-таки уже ввели. Ну тогда хорошо, да. А тут сейчас бы там еще до 800 очков, это вообще было бы печально. Ну вот, собственно, мы и вышли на другую карту. Наконец-то. Вот здесь бы мне уже не помешал
более прокачанный калаш с прицелом, на котором будет зум побольше. Привет, чувак! И ты не ожидал, и я не ожидал. Я тебя спас. Нормально, сейчас командой так зашли отрядиком, зачистили точку. Кто-то поливает. Надо вернуться. Надо вернуться. Ну вот, у чувака АК-12. Он меня тупо, ну вот, ну не скажешь, перестрелял. Он просто его попадания были более болезненные. Большим уроном. Чувак, ты подставился. Я подставился. Вообще не слышал. Не слышал и не видел.
Как-то у меня слишком тихо. Отлично. Где? Говнюк. Ай, говнюк. Что за дичь? Видеть вижу, стреляю, но не попадаю. Там попал-то, кину их там двое. Все знал, но не убил. Ну, кстати, не посмотрел, с чего он меня убил. То есть, опять же, у него, может быть, оружие было более высокого класса. Может, это все-таки тут достаточно сильно и роляет. И нет смысла прокачивать оружие до топа, вкладываться. Вот и все. Сразу купил что-нибудь поновее, пободрее. Кто-то бежит. Кого-то же он там стреляет.
Ну, АК-12. Вот хрен его знает. То ли то, что он элементарно просто попал, то ли я в него вот попадал, и это наносило меньше урона. Вот и стрельба от бедра. Я увидел, все знал. Первым зажал, но результата ноль. Какой-то уже сумбурный трэш, я уже не понимаю, просто в какую сторону даже что выбегать. Тот, куда идет. Пострелял ты, пострелят в тебя. И в тебя постреляют. Ты не ожидал, что в автобусе бывают пассажиры. Шли к успеху и все просрали.
Грёбаный балкончик. Где такое? Спину где-то? Или что это такое было? По-любому где-нибудь на камнях лежит какой-нибудь хрен. Ну, спину же летит, спину летит нахрен. Стоять! Куда ты убег? Есть нахрен! Гранатой. Все как надо. Спасает всегда граната. Таймер. Блин, пальчик по времени не успели отыграть. Хотя, может быть, бы и выиграли. Чуть-чуть не хватило очков. 35 очков просто разница. Блин, чуть-чуть. Посмотрим, что нам тут осталось докачать. Очки появились, нет? Нет, еще не хватает. Так, надо 9000 очков. У нас сейчас это, так понимаю, у нас 6300. Ладно, еще одну катку сыграем. Посмотрим, кстати, сколько за бой этих очков насыпается, а то я что-то так внимания не обращал. 6300. Посмотрим, что будет. Так, тут уже бой чуть-чуть начался. Ну, даже если ему вот так же будет проигрыш. Просто посмотреть, сколько насыпает. Ай. Как бы инстинкт убегай не сработал.
Да, конечно. Я таких додиков перестреливал на расстояниях. Дожидался и выцеплял. Ну, он снайпер. Ну, снайпер, понятно, снайпер. Ну вот на ближней дистанции G36 перестреливает спокойно калаш. Ни хрена я попал, просто по травке провел, попал. Вот у чувака МК-то как бы вообще первая винтовка в игре, но она у него вот в топ выведена, там вот все рукояточки, прицельчики, все надето. На самом деле, конечно, то, что вот респаун идет на точках, ну, я бы отнес все-таки к минусам игры. Все-таки, ну, умер ты на точке, извините меня, возрождайся на базе и дуй. Пешочком туда же возвращайся. В большинстве игр так сделано. Да ёб твою мать.
Ну, так катка вообще, конечно, просто ни о чем. 5 очков. Невозможно вообще на точку забежать. А я так надеялся, что убьет гранату, которую я уронил. Давайте уже заканчивать эту катку. Щелкайте быстрее очки. Меня попало греной. Альта. Ну что ж, практически сухой слив. Так, где нам идти? Было 6300, стало 7. 700 очков.
За полный слив. Окей. Ну, вот кобра открылась. Это тут. Мне после кобры. А на этот еще надо копить, копить. А на последний вообще 13 тысяч. Ну, хорошо, хорошо. Будем периодически копить, подкачивать очки. Мой пропуск мигает. Что у нас тут? Нам дали какой-то кольтик. Боевого пропуск или что? Или как? Ну, здесь боевой пропуск, можно сказать, даже поинтереснее, чем в некоторых играх похожего формата. Есть к чему стремиться. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч!